Известно, что Лиза Арзамасова очень близка со своей мамой. Успех Лизы – заслуга ее мамы Юлии. Заботливая мать всегда сопровождала дочь на мероприятиях. Такое поведение родительницы было поводом для обсуждения. Мол, излишняя опека мешает устроить личную жизнь. Но как мы все знаем, в личной жизни у Арзамасовой все отлично. На днях Лиза решила забежать в гости к родительнице. В домашней библиотеке отчего дома актриса обратила внимание на архивный снимок мамы. Там Юлии 25 лет, как и ее дочери, актрисе сейчас. «Я рассматриваю эти снимки из другой, неизвестной мне реальности, я думаю, как мы близки и как мы далеки. Мама в свои 25 знает то, чего не знаю я, а у меня свои ощущения жизни, свои знания. Глаза смотрят по-разному. Спасибо маме за мой наивный взгляд. Думаю, что даже при всей откровенности мы многого не знаем о родителях. Я не о событиях, я о более глубинном», — написала Лиза. Она призналась, что мама не говорит о том, какая книга ее любимая. Она отвечает, что если скажет, какая книга ее предпочтение, что это вскроет ее как консервную банку. На снимке Юля позирует с гитарой, опустившись на колени. Ее взгляд устремлен куда-то вдаль, а объемный плащ темного цвета оголяет плечо юной девушки. В комментариях без устали пишет комплименты в адрес молодой мамы Арзамасовой.